Всем привет, это Соня, и сегодня я хотела вам показать мои любимые косметические продукты от Августа. Так, давайте сразу начнем, чтобы не очень длинное видео было. Так что, для лица давай начнем. Мне очень понравился в этом месяце бронзер от Body Shop. Он просто такой бронзер, такого цвета, немножко потемнее, чем моя кожа. Просто выглядит очень натурально, как будто ты игралась там на пляже 5 часов. Да, очень хорошая вещь, мне очень это нравится. Я использую уже почти 2-3 года там. Конечно, всем советую, Body Shop, я знаю, можно купить в России, так что да. Для глаз я приобрела такую палеточку от CoverGirl, называется Shimmering Sands. Да, и вот мне очень-очень-очень понравилась эта палетка. Я мешаю вот эти два цвета, просто я даже с пальцем их использую. Очень-очень легко с ними работать, просто наносишь с пальчиком вот так и растираешь вот это в уголок. И просто шикарно получается. Я сегодня покрасила с ним, вот, если видно. В июле я в MAC купила это Fluid Line, такая гелевая подводка. Такая она. Видно, я уже немножко обработала в ней. Я знаю, что цена может кого-то испугать, но честно, я уже имею вот эту больше, чем месяц, и я вот столько использую. Я использую его каждый день. Он у вас будет 10 лет. Так что я, конечно, советую вот эту Black Track Fluid Line от MAC. И да, просто такую гелевую подводку вот сюда. Мне очень понравилась в этом месяце Angel MAC помада. Имя у меня все стерлось отсюда. Так что я, конечно, я напишу там внизу, как называется. Очень мне нравится вот этот цвет. Просто красивый. Я не знаю, как еще мне объяснить, как он выглядит. Просто красивый. Пойдите в MAC, просто попробуйте его. Если вам понравится, теперь вы знаете, что он вам нравится. Если не понравится, тогда не покупайте. А, еще один совет. Вот я знаю, что я люблю пробовать там помаду в магазине. Но почему-то мне помады не нравятся в магазине. Вот я накрашусь, да, и потом выйду на улицу и думаю, вау, какая у меня красивая помада на губах. Так что внутри как-то помада не совсем смотрится. Но если ты выйдешь в солнце, и ты увидишь, как она по-настоящему выглядит, тогда, может быть, мнение ваше изменится. Ну, да. Еще для губ. Мне понравились вот эти от Benefit. Это Posy Tint. Такая розовая жидкость. Так она выглядит, такая розовая. И просто можно мазать губы. Я раньше думала почему-то, что он не работает. Нет, он работает. Я видела, как одна девочка красится с ним. И я сразу поняла, как надо краситься. Просто на губы можно немножко помазать. Просто 2 или 3 раза помазать ее. И очень-очень-очень красиво. Такой нежный розовый цвет на губах. Просто как помада без этой липкости. Просто красиво. И, конечно, мой Benefit, который я столько много использовала, что даже не видно имя теперь. Красная такая просто штучка. Вот ты можешь. И просто. Если на щеки мазать немножко, ее просто очень-очень красиво. Всем советую для школы. Я знаю, она отличная вещь. Такая очень натуральная. Так. Мои духи любимые. Daisy тоже, конечно, любимые. Daisy Marc Jacobs. Да, просто запах. Пахнет, как будто сидишь в поле просто. И там цветы везде с тобой. Просто такой добрый, очень хороший. Как будто запах улыбается сам. Вот так он пахнет. Для волос еще я люблю вот такую маску. У меня мама купила. Потому что я в этом месяце очень-очень-очень-очень много волос потеряла. Их практически не осталось, волос у меня. Так что мы с мамой боролись там. А, еще один. Мне очень понравилось касторовое масло. Вот всем-всем-всем советую использовать касторовое масло на волосах. Просто отличная вещь. Очень люблю, как у меня волосы чувствуются после нее. Ну да, еще одна маска. Вот мне мама купила вот такую. Маска для волос. Я знаю, люди просто мажут медом, просто мажут волосы. Так делают, но я решила маску попробовать сначала. Так что да, скажите мне, если вы используете какие-то домашние рецепты для волос. Я люблю использовать оливковое масло тоже на волосах. Кто блондинка, конечно, советую использовать оливковое масло на волосах. Еще одна моя любимая, это вот эта вещь, которую я вам раньше показывала.
Эта вещь просто делает волосы такими мягкими, просто как будто они шелк. И, конечно, еще один мой фаворит, просто в жизни фаворит, это Moroccan Oil. Масло такое пахнет, ох, обалденно. И просто мажешь волосы их, и волосы просто становятся как будто новые. Просто новые выросли из головы. Отличная вещь, всем советую. Может быть, кто-то найдет на eBay что-то. Я знаю, что в России такая вещь не продается, как я слышала. Ну, да. И самая последняя вещь, что я хочу вам показать, это Proactive. Это клензер от Proactive. У меня прыщи почему-то стали 10 раз хуже. Не то, что даже хуже, но они просто появились у меня в августе, в конце июля. Она очень хорошо высушивает прыщи. Ну, да, она мне, конечно, нравится, она мне помогла в этом месяце. Все равно у меня очень много прыщей, я не знаю почему, но они уйдут у меня. Просто я думаю, когда сезоны меняются, там, когда очень жарко, когда очень... Не, когда холодно, у меня кожа хорошо выглядит, когда жарко, у меня плохо кожа выглядит. Ну, да, это все для сегодня. Я надеюсь, вам понравилось. И да, спасибо всем, которые подписались ко мне. И все, я вас увижу в следующем видео. Пока!